Минутка науки. Берем квас, кстати, хороший квас. Взвешиваем его. 1573. Как вы думаете, сколько здесь углекислого газа по массе? Я думаю, здесь грамм 5-10. Сейчас посмотрим. Значит, надо открывать. Это очень сложно. Так, открыть такую бутылку крайне сложно. Ее минут 10 надо открывать вот такими вот движениями. Это я пропущу. Выпускаю только газ, да? Воду не выпускаю. Что происходит? Давление снижается. Растворенный СО2 выходит в атмосферу и улетает, унося с собой массу. Вот интересно, сколько станет масса этого бутылки после открытия. Кстати, сейчас уже 15.72. Вот она потихоньку открывается. 15.71. Сейчас еще чуть-чуть приоткрою. Так, все еще идет. Уже 15.69. А было что? 15.73. Я, кстати, никогда не проверял, просто ради любопытства, прямо на камеру открываю квас. 5-10 грамм, я предположил, да? 5 грамм уже улетело. Продолжаю открывать. 15.67. Это реальный квас, в котором очень много СО2. Практически уже открылось. Уже мягкое. Остатки выходят. Так, ну все, я крышку уже вот откручиваю легко. Кольцо еще предохранительное не слетело. 15.64. Круто, было 15.73. Все, можно откручивать. Сейчас для проверки посмотрим, где ноль. Ах ты, зараза. Ноль, не ноль. Это плохо, а был ноль. 15.68. Так, все, кольцо еще не открыто. 15.67. Получается 6 грамм. Молекулярная масса СО2, знаете сколько, да? СО2, кислорода 2 по 16, 32 плюс 12, 44. Значит, масса одного моля 44 грамма. А у меня ушло 6 грамм. Что такое 6 по отношению к 44? 6,7, 42. Седьмая часть примерно от моля. А 1 моль в объеме это 22,4 литра. Значит, 22 делим на 7. Примерно 3. Короче говоря, 3 литра СО2 отсюда улетело. Ну так примерно. Может быть больше 4. Он уже 8 грамм. Нет, 7 грамм. Короче, 7. Забавно, что предположения мои были точные. 5-10 грамм. На самом деле... 7, я думаю, что еще может быть грамм улетит, будет 8. Вот такие дела.